сентябре прошлого года и произошло оно как раз с фондом Райан-Холла. Случилось это в японской Сайтаме на турнире Барнетт против Шельцена. И с тех пор уже не утекает разговор о том, была ли это случайность, или это было закономерно. И, конечно же, просто думать этого поражения, а Сайт ушел на серии с двух побед от Дэна Петерсона.